Там не оставили вино нам обратно, и водку, и доллар. Я связала и миску, все отдали. Коле в больницу не попали. Коле можешь сок дать, если ему можно. Нет. А пускай Катька пьет. Катька попьет. Я ему воды отнесу, ему нельзя. А им сок не надо, они пьют. Катя, давай. А это, блин, зеленая карта, это тоже 700 рублей стоит, нахрен. Миша платил, да? Да. А почему она 700 рублей стоит? Ну, на 15 дней она. Mm-hmm. Можем каждый день 15 дней ездить. Помнишь, как мы тогда тоже в Минск взяли, и мы потом два раза ездили? Mm-hmm. Мы второй раз поехали. Да. Уже не платили, нам не надо. Надо кому-нибудь его дать. Да. Это же на нашу машину. Кому-то отдашь. Тут дураков нету. Так, Витебск. А ты еще хотел платную делать, карту какую-то, платную дорогу. Так, там что я? Так, ты так. Прямо ехал, едь прямо. Я поеду прямо, да. Так, я поеду прямо. Так, это нам как мы ехали. Какая девочка хорошая, Катя. Как мы ехали, так и будет. Здесь около этого Ленина, так, блин, повернуть. Направо и куда? Подожди, как-то тут я не понял. Там не понял. Ну ладно, сейчас будем смотреть. Вот здесь, наверное. Угу. Где-то. О, а это. Фу ты, господи. Ты мне руку протянула, я на тебя смотрю. Потом протянула, когда да ты протянула, я уже смотрю. Потом протянула. Я говорю, вот здесь, а ты здесь. Здесь. Я сразу смотрю на руку. Зачем? Чего ты руку показываешь? Я тебе говорю, вот здесь, а ты едешь дальше. Я еду дальше. Потому что отвлекаешь. Не надо отвлекать, когда едем тихонечко, а ты начинаешь руками махать. Я на тебя смотрю, отвлекся на секунду, все, я уже проехал. Ты уже проехал, потом я сказала. Потом ты сказал. Я тебе даже не а тебе вычислю, скажу. Да не надо мне вычислять. Может быть, и здесь дорога есть, вывезти. Какая тут дорога есть, вывезти?